Представитель Минобороны ДНР заявил, что в деле о крушении малайзийского Боинга на Украине может появиться новая улика. Донецкие ополченцы нашли карту украинских военных, которая датирована началом июля прошлого года. Именно тогда и произошла трагедия. На карте отмечены стартовые позиции ракетных комплексов «Бук». Вот эта карта, которая висит перед вами. Это рабочая карта командира 1-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года. Самым примечательным является отмеченная на карте стартовые позиции зенитных ракетных комплексов средней дальности «Бук». Вот одна позиция, вот вторая позиция. Мы продолжаем внимательно изучать эти документы.